Некто юзер HG2 на видосик «Дедушка укрепляет суставы, лечит простату» пишет: «Жалею, что юзал метан?» Нет, не жалею. По чесноку, а по чесноку не проходит даже один 8-недельный курс без последствий, это однозначно. А вы знаете, а есть такие методики, которые выводят все из организма. Если вы не знаете, вот можно так сказать, я в силовом направлении работал, как бы сказать, во многих ипостасях, скажем так. Это было там и качался, и, грубо говоря, тяжелая атлетика, и, значит, эти самые, ну, говорит, чем лежа приседания, там, становая тяга, вот это вот он делал, да. Ну, еще там с гири там баловался, и так далее, так далее, так далее, так далее. И вот, наконец-таки, я занимаюсь гравитационной гимнастикой. И оказывается, что можно силу, умение и прочие параметры накапливать без всяких там стероидов. И, кстати, вот у меня лежит книжка, у меня у голова, где я сплю. Василий Алексеев, который написал: «Хочу быть первым». И вот что он тут, эпиграф: «Я стремился быть первым и стал им. Дело, понимаете, не столько в силе, в одаренности, сколько во вдумчивом отношении к тренировкам. Научитесь думать самостоятельно, что, как и для чего нужно делать. Без мысли нет творчества, без творчества прогресс в спорте невозможен». Василий Иванович Алексеев. Он сам тренировал себя после тяжелейшей травмы. И, кстати, когда появился анабол контрол, и все там попадались, снимались результаты, вот, и думали, что он тут анаболики есть. Он сказал, кто чем живет. А вот он жил совершенно на ином, силу наращивал. По крайней мере, участвовал в 3 олимпиадах, 2 олимпиады выиграл. И никаких особых анаболиков там не было. Не было. Стероиды – страшное зло и бич прошедшей эпохи. Но, смотря сколько их употреблять, для чего и так далее, так далее. Естественно, да, масса имеется примеров, и в том числе и я знаю, как это отразилось. Но вот Господь надоумил меня поголодать. А на голодании не на однократном, не на двукратном, не на трехкратном, она, так сказать, в течение 15 лет, в результате чего я дошел до 40 суток, вот это все, эта херня, мерня, с меня вышла. Вышла, понимаете, вышла. Одно дело, знаете, вот кругозор у нас, вот как кругозор, да, в то время был направлен там, допустим, ага, а за счет чего же они поднимают, рекорды ставят? Ага. Анаболики, ну, анаболики и это. Но оказывается, помимо анаболика, вот все стали есть анаболики. А чемпионами мира, мастерами спорта становились единицы из огромного количества их употреблявших. Так что не это. Ну и плюс в каких-то разумных пределах это все надо делать. Было тогда, будем говорить. И еще плюс большой, это умение их вывести. И когда кругозор имеется, вот я вот-вот-вот перед вами, светоч народной медицины и здорового образа жизни, демонстрирую это все, через что я прошел. И у меня все нормально. И это не за счет там анаболиков или еще чего, а за счет того. Да, кстати, вот здесь на первом этом видео, вот это как раз я стою большой, 115 килограмм. Это, значит, как раз следствие того, что тяжелейшие тренировки плюс
анаболики, которые дают возможность восстановиться. Но опять-таки это не те какие-то там, знаете, вот думают, что там дозы какие-то дурацкие и так далее и тому подобное. А вот справа, где я стою, а это уже я. И печеночку почистил, и то все-все сделал, и я выгнал это все из себя. То есть я получил новый организм. Вот в чем дело. Получить новый организм. За халяву и неприродность нужно платить. Не знаю. У меня никакой, знаете, какой-то... Вот можно, знаете, создать себе какой-то образ, как вот меня. Да он там в моче там плавает. Да он там глупый, дурной какой-то, этот самый, вообще, ну какой-то этот самый. Как называют таких людей? Маргинал. Какой-то такой, знаете, вот. Тут не халява, тут был вложен огромный труд. Плюс, естественно, с вот этими вещами. Да, что там надо было, значит, оплатить. Оплатили, не без того там это самое. Вот. Но никто ни о чем не жалеет. Это так я еще с вами поделился. А если взять атлетов той эпохи, вот с 70-го года, грубо говоря, по 80-й, вы там можете очень много найти там соответствующих персонажа и так далее. Вот, натуральный атлетизм, здоровье и молодость. А вот я занимаюсь вот сейчас натурально. То есть, если это вот я закончил 25 лет, а сейчас мне 69, и я вам демонстрирую форму 69-летнего старикана. И я ей очень доволен. Красавчик. Пресс. Старикана. И я ей очень доволен. И я более того, там особо никаких витаминов не употребляю, никакого там креатина, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Я вот, жена сготовила борщ с чесноком, каша с салом, там, ну, курочку не без того там она сделает, там, яйца. В качестве белка я употребляю яйца. И все такое. Химоза, фейк и инвалидизация. Юзер GG2. Это ко мне не относится. Вот это вот химоза, инвалидизация и так далее. Если нету у вас, как говорится, головы, которая должна быть главным инструментом, естественно, вы тут на ровном месте получите все, что угодно. Все, что угодно. А я вам демонстрирую нечто совсем иное. И если бы я что-то делал, я бы вам сказал, что да, я вот это вот принял, вот это там сделал, это там сделал. Я не намерен что-то от вас скрывать и, знаете, искусственно повышать свою, как бы сказать, популярность. Вот что есть, то я вам и показал. Был вот таким, да, занимался. Стал вот таким. Все это сбросил. Дерьмецо, которое там накопил за 25 лет или сколько там, или даже больше, лет за 28 где-то, 29, сбросил, стал совершенно другим, а потом потихонечку, полегонечку, вот какой я сейчас есть. Так что вы как-то соображайте. Вот, знаете, вот вы посмотрели, дедушка укрепляет суставы, лечит простату и так далее, и так далее, и так далее. Потому что и суставы, и простата, и тот же тестостерон у современных мужиков без всяких химла сходит на нет. И берите то, что разумное зерно, а не просто что-то вы там себе нагородили в голове и городите. Так что, как говорится, фильтруйте базар. Химозация и инвалидизация. Вот посмотрите на меня, какой я. Летение. Красавчик. Пресс. Старикан Цукерман. Вот, ё-моё, ну напишу же.
отлично. Задесятерил. А он мне нравится, нравится, нравится. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает новый год. Он врачом нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Вот о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает новый год. О чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Ой! Ты-та-дам, ба-пи-бум-бум-бам, джи-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 джи
бам-бам-бам, 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 б